И всем привет, дорогие друзья, с вами Экстер. И чё зависло? Загрузка. Загрузка такая, 99, брррр. 99 и зависло. 99 и 9. Ну, будешь здороваться, нет? Нет. Тебя не учили. А чё я должна с незнакомыми людьми здороваться? Короче, ребята, вы сами видите по нику, все тут, короче, играем, мы начинаем уже что-то новое, это стройка на ходу, как-то так будем называть ее. Короче, мы будем строить, что нам вообще в голову придет. Ну, то есть что-то красивое строить на ходу, вот прям без идей, без всяких этих, ничего вот этих, вот так. Да. Шо ж, давай строить уже, я, короче, пошел, ты строй там. А я в дерево закопаюсь, все. Идея понятна. Да. Я дерево там садил, ты что хочешь? Так, я хочу создать какой-то дом в таком стиле, ну как бы древнем. Ну как древнем. Ну короче. Короче, я хочу построить дом такой, такой вот прям не квадратный, но двухэтажный. Не квадратный в Майнкрафте дом. Короче, 7 на 14, все. Я не буду больше говорить. А, как, что, где, когда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Хватит? Нет? Хватит? Ну, хватит, короче. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. 14, все, сразу после 12. 13-14, все. И как-то выход у нас будет так. Открываешь дверь и сразу выпадаешь оттуда. Все. Закрывай ты уже. Так. Тут у нас будет, да не строй ты так. Я должен сначала все обдумать, потом все красиво сделать. Как-то он у нас длинный получается, нет? Да, он у нас сильно длинный. Сломай, ломаем все. Все, вот так вот. Вот так вот у нас будет. Он. Теперь он не прямо длинный, но пофиг. Я тут хочу сделать вот, короче, вот. Вот взять вот просто вот так вот. И вот. Та-та-та-та. Такая, смотришь, ходишь, и вдруг быть. Как мне сделать-то, а? Короче, тут будет два окошка, вот так вот. Прям два окошка. Прям два? Прям окно. Огроменное такое, уйди. Чё ты мне тортик бросил? Я не хочу тортик. Ну, мало ли, вдруг ты по кофе захочешь. Mm-mm. Эти тортики не смогут. Это, короче, я типа дверь хочу сделать. У меня чё-то не выходит. Короче, сделаем вот такую дверь. Все, эта дверь будет для огроменных прямо. Тут два человека входят вообще. Ну, так, ну, у нас это будет вот так вот. Не, не так. Не, тоже не так. Не, это вообще некрасиво. Что ты строишь, а? Я тут красиво делаю, а ты все ломаешь. Ломаешь сейчас только ты. Вот. Ой, да ладно, так пойдет, все. Вход как вход. Почему у нас такой длинный дом? Че? Почему у нас такой длинный дом? Потому что длинный. Раз дизайнер так задумал, то ладно. Да, я дизайнер прям. От бога, если вообще. Стой. Че, три этих не хватит. Хотя... Да, на четвертом надо закончить. Строй, короче, я не буду строить. Все, я лишь придумываю идеи, даю идеи, все. Я дизайнер. Ты че, забыл? Че ты такой дурак? Я вообще ничего не понял сейчас. Да ладно. Мне не власть. Чё это было?
меня такое эхо от тебя ушло, типа... Да. Все, у тебя там темнота, вот прям темнота. Темнота? Так, я думаю, тут и вот и так вот еще делать. Вот, не знаю, как будет выглядеть это. Ну ладно, можно еще вот такое сделать. Нет, так будет, чтобы забраться, нет. Вот так вот. Сойдет. Два блока или в один только? Не, один, по-моему, хватает так-то. Да. Да, у нас прям супер-мега красивый дом получается, вот прям вообще. От души прям сделан слющий. А, мне еще надо сделать другие. Что вот тут вот такой вот? Почему тут недоделанный кусок дома? Не, наш дом все по-любому не будет такой длинный, все. Я передумал, когда дом уже достроен. Куда ломаешь? Все, хватит. А то будет у нас мини-домик. Даже на бар не будет похоже. Иди. Что вот тут вот это такое? Это красиво. Блин. А ты подумай, как это в жизни это было. Вот такая у двери прям окно вот там влеплено все. Нормально. А чё, красиво, да. Нормик. Чё это? Что я сделал? Ну ладно. Пусть так будет. А какой пол? А... Пол, короче, у нас будет керамический, прям вообще. Не, строй из чего хочешь. Белое, из этого. Кварца. Кварц. Там написано. Ай-яй-яй-яй, чё ты... Простой резной или колонна? Простой резной или колонна? Резной. Простой резной или колонна? Прям вообще, слушай, получается удивительная... супер-мега-стих. Ой, а тут наш тортик спрятанный. Ой, мне тортик не нужен. Вау. А где окна вообще будут у нас? На входе. Ой, я все нашел, где окно. Вот, та, вот тут вот будет окно. Все. Бля, красиво же, а. Когда в полу сделаем дверь. О, давай. Все, вот окно в полу. Красиво. Практично. Ну, если мой вес выдержит, то нормально. Чё? Так, я думаю сделать два окна по сторонам, что ли. Два окна. Два окна. Две окна. Две окна. Так, она все равно не выходит так, как мне хочется. Так что будет вдвое. Не вот так вот. Ты не смотри, ты там пол ставь. Ай, всё? Ну, у двери тоже поставь, чё. У нас прям супер-мега красивый дом получается. И это очень красиво. Окна нам лучше сделать. Делай арбузные окна. Чё? Арбузные? Да, арбузные окна. Это как? Не знаю, но все любят арбузы и все любят окна. А арбузные окна... А чё, идея нормальная, соедините арбузы и окно. Вообще гениально, слушай. Ну, не всё, не надо. Это вот как телевизор какой-то. Будет просто окна, вот все. Окна и окна. И вот тут еще вот. Такие окна, а не панельки. Чё? Ну поставь панельки. Ой, какой некрасивый звук, когда ломаешь. Глянь, какой звук, глянь. Говорю, у меня слушай звук. Выключены. Звук-то слушай. Да выключены звуки. Красивый звук, чувак. Да, тут так красивый. Поставь спереди такие окна, попробуй. Шоли. Ну, нормик. Как-то длинноватый получается. Блин, вот отсюда дом смотрится, знаешь, как такой смайлик, и вот такой рот открыл.
Рот открыл, давайте мне жрачку. Что нам еще сделать? Надо еще окна с той стороны сделать. Как-то, ой. Ой. А, вот так вот. Ой, подожди. Я что-то не то рассчитал. Так, да? Да. Все, ставь. Посерединке я вот не знаю, что сделать. А может дом укротим на один блок, а? Да, можно укротить на один блок. Да. Просто видишь, получается не очень красиво. Вот так вот. Уйди. Ты мешаешь супер-мега-строению тут. Почему ты дырки тут сделала? Какие дырки? Где я еще провинилась? Дырки тут были. В земле прям. Тольский там закопала и давай все. Сокровища пиратов. Ты-ты-ты-ты. Ставь окна. Как это называется? Окна-оставляльщик? Не-не-не. Не окна-оставляльщик. Как это вообще? Оконные мастера вступили в силу. Нет, тут можно просто прямые поставить, что ли? А вот тут... Нет. Это вот тут вот будет вот такие вот. Как будто держится прям на в самом строении. Что ли? Можешь сделать вообще окна прям до стены. Давай окна вставляльщик. Что тебе опять не устраивает в моих окнах? Окна некрасивые. Надо, чтоб красивые прям были. Чтоб прям смотришь и взял и влюбился в окна. А сзади у нас ничего не будет. Сзади у нас будет вход, и спереди будет вход. Все, выхода из дома нету. Зашел, не вышел. Зашел и все. Капец. И как жить дальше? Да, как жить с этой суровой жизнью-то? А глянь, вот такие вот... Не, думаю, не надо делать. Некрасивые получается. Пора уже что-то сделать тут с этими окнами. Ну, хотя вот так вот. Вот так вот. Будет красиво? Нет, не будет красиво. Тоже некрасиво. А если так? Как если так будет? Глянь. Выйди. Ну, не знаю. Глянь. Ой, прикольно. Почему они не одинаковые? Ну, ладно, на. Но они все равно не одинаковые. В смысле, почему? А, ну это эксперимент был, вот. Это так? Ну, так, как красивее вообще? Верни, как было. Как было? Так? Да, вот так. Окей. Так, и сделаем оконные мастера, все. Вступает в силу. В дело. Вот. Теперь другое дело как-то. Может, на первом этаже уже... Сейчас я поставлю главный штрих. Штрих-код прям будет вот такой вот. Что мне там вставить-то? Все, выйди, глянь. Кактус. Почему кактус? Не знаю. Давай тогда вот сейчас. Вот так вот, что ли. А почему нету тут подковы? Почему в Майнкрафте подковы? Ну, на счастье как бы. Чтоб везло. Что можно поставить вообще? О, можно поставить красивую рожицу. Грип. Можно поставить красивую рожицу. О, глянь. Веселый такой. Ну и все. Вот, у нас
типа веселенький дом. Все. Входишь и сразу весь, о, что тут такое? Это что, ферма, что ли? Глянь, это ферма, что ли? Нет, это просто красиво. На полу? Да. На полу такие вазончики? Выйдем. На полу вазончики. Выйдем. А за... Зачем сломать? Я случайно. Представь, вот такой веселый, все. А вот эти вот, эти вот на полу... Что-то как-то... На полу, как будто на у полу. Китайцев все на полу вот лежит. Всё, так, нам и надо... здесь постелим, будем тут есть. Гля. Короче, ребята, на этом первое закончится. Вот, кстати, нужно... Точно, нужно сделать вот такие вот... Ковер. Ковер. Вот такие вот. Вот такие вот ковер. Подожди, а там можно ставить? Нет? Блин, нельзя. Хотела тортик поставить. Ладно. Врать по-любому... жрать по-любому нельзя. Так что, ребята, всем пока. Ставьте лайк, если вам это понравится. Хотя бы что-то, какое-то разнообразие. Глянь, я не падаю. О, я прям матрица сломлю. Все, матрица зависла. Всем пока. Пока. О, все, додумалась.